мы действительно выбираем те семьи, не обязательно, что они должны служить вместе. Это те семьи, которые действительно там, где сохраняются наши белорусские традиции, где эти традиции передаются из поколения в поколение. Вот. Где семьи принимают активное участие в общественной жизни наших коллективов. Те, которые прошли этот отбор, их выбирали не мы, там общественный совет МВД привлекался, иные деятели культуры и искусства выбрали лучших. И мы их сегодня здесь будем чествовать на этой сцене. Будем чествовать детей. Значит, наверное, то самое прекрасное, да, в любой семье это дети, которые также ведут активный образ жизни, принимают участие во всяких конкурсах, рисуют. Вот. И здесь представлены с каждой области победители детского рисунка. Конечно же, на нашу милицейскую тематику. Я рисовать начала с самого детства. Началось все с того, что я перерисовывала какие-то картинки, а потом загорелось желанием пойти в художественную школу, но это было поздно, и с тем, как я поступила в художественную, я поступила в кадетское училище, и пришлось выбирать. Как видите, выбрала кадетское, но рисовать не забросила на любительском уровне. Нарисованы папа с мамой и я с Лешей, но это, ну, скажем так, портрет 5-летней давности, наверное, поскольку мы с Лешей еще тут не поступили, а только, ну как, в планах. С супругой познакомились около 12 лет назад. Знакомство произошло в Октябрьском РОВД города Витебска. Вместе уже воспитываем двоих дочерей. Старшей дочери 11 лет, младшей дочери еще полгода. Приятно быть финалистом данной республиканской акции «Семья, служим вместе». Громкие аплодисменты нашим гостям из Гомеля. А то есть у меня, Антон, ощущение, что если бы у меня был набор юного художника, может быть, жизнь пошла бы совершенно по другой дороге. Может, служит во внутренних войсках, я думаю, что пока непонятно. Скажем так, служат все, все почему? Аплодисменты, семья Воробьёвых, внутренние войска МВД. Департамент охраны МВД. Просто все эти увлечения наших дорогих членов, присутствующих на сцене семьи. Еще несколько.